это входная зона. Вот мы с вами выбирали зеркало, я выбрала вот такое. Вот она я, домашняя. Здесь вот такие двери, которые еще, к сожалению, без ручек, но они едут, они в пути. И входим в дом. Идем дальше, вот они, мои загорелые ноги. Поднимаемся, и это гардероб для верхних вещей. Здесь вот такое вот красивое, такая люстра, такая вот картина, здесь уже обувь. Это вход в гараж. И мы входим в гостиную, и моя шедевральная люстра. Это был очень тяжелый выбор. Мы искали и не могли понять, что может быть такое, чтобы заполнило пространство, и чтобы это не был хрусталь, и чтобы это было что-то невероятное, разлетистое. И когда мы увидели это, я сразу поняла, что это она. Посмотрите, что это настоящее произведение искусства. Великолепно. Это наша кухня. Основная. Здесь остров, на котором мы сидим, завтракаем, ведем беседы. И, кстати, есть у нас один, скажем так, камень преткновения. Какую люстру, вот она здесь должна быть, можно повесить над островом, который будет сочетаться с произведением искусства. И это вот вопрос, который еще предстоит решить. А здесь рабочая кухня, где идет основная готовка. На этом произведение искусства в доме не заканчивается, потому что вот этот вот роскошный камин возник не просто так, потому что здесь есть две несущие конструкции, которые невозможно было никак обойти, и наша чудесная дизайнер придумала вот такой вот необыкновенный ход. Этот камин является действующим, вот здесь дрова, его можно растопить и поставить вокруг него креслица, и это будет такое место чила. А также он невероятно расширяет пространство, и кажется, что, собственно, все пространство дома, вот елка наша потрясающая, становится еще больше. Вот такое вот фантастика. Меня везде видно, вот везде все отражается. И роскошная лестница на второй этаж. Ну и бра, извините, пожалуйста. Бра – это тоже отдельное. Ну что, дорогие друзья, я очень надеюсь, что вам понравился мой мини-обзор моего дома мечты. Ставьте лайки. И если будет много реакций, как это сейчас принято говорить, я вам открою еще советы.